Всем привет, это канал Бородач ТВ, меня зовут Михаил, со мной друг Дмитрий. Сегодня пятница, и мы решили... И мы начинаем. Нет, мы еще не начинаем, мы решили узнать, куда можно сходить сегодня вечером. И развеяться. Да. Ты как вообще считаешь? Вот как вот нам, простому человеку, да, заводчанину, уставшему от недели трудовой, как вот куда ему вот ринуться? Слушай, для этого есть, наверное, все-таки информационные ресурсы. Какие, опять же? Ну, тут рядышком у тебя находится газета. Газета? Ну, давай. Так. Там где-то должно быть. Ну, что-то я вот пролистаю, чуть ничего не показано, туда вечером пойти будет. Хорошо, я пробегу по сообществам, пока ты там листаешь. Ага, давай. Я пока ищу, да. Я просто знаю, что есть клуб «Ленинград». Ага, так. Ага. Так, ну не вижу уже ни черта, где тут, что? О, нет, ДК «Стырь» 28 января. Почему, хочешь? Вот смотри, у тебя в газете «Маяк», да, вот на 20 число, нету группы «Ленинград». Вот, у меня есть, смотри. Где? Дворец культуры может сходить. В Андерсенград. Комуза. А, вот можно. Вот смотри. Можно Дворец культуры сходить. Так. Комуза за. Так это 18-22 января. Сегодня-то какое? Сегодня, подожди, вспомнить-то быть. 20-е. Так, значит, сегодня можно сходить. Да, ты еще успеваешь. В пятницу вечер, да? Так, потом я могу съездить, сходить в резиденцию Деда Мороза в Андерсенград. Прочее. В библиотеку я могу 16:30 сходить, но это уже пропустили, короче. То есть, короче, получается, только я могу сходить кому за 30, ну, судя по газете. Давай дальше, не пойдет. Слушай, вот есть группа «Ленинград», и 20 января сегодня диджитони и параноид, какой-то параноик, я так понимаю. Ага, так, что он ест? Так, скажи, пожалуйста, мне, Михаил, вообще стоит на это идти? Вот это... В принципе, в наши вот, годы. Кстати, смотри, опять попал на вот эту фразу, да, что встреча гостей, вход девушкам до 0 часов, скажем так, бесплатно, после 0 200 рублей. Ну, а пацанам всю там ночь... Там всегда как бы аншлаг. А я не знаю, слушай, вот что за мода, да, вот в местных вообще клубов, да? Брать там, за вход. Брать за вход, за что? За что? Я и так все эти деньги в баре оставлю, в принципе. Логично. Пока смысл. Смысл. Ты знаешь, вот... Представляешь, вот да, так скажу, вот, помню я свою, да, вот клубную жизнь, я вот делал вояж по двум городам, минимум 3-4 клуба за ночь, так? Ну и что делать? Это везде заплати за вход, так это сколько надо денег-то брать с собой? Это только за вход заплатить. Можно я тоже вставлю маленькую ремарочку? Ну, давай. Дело в том, что... Почему нельзя брать за вход? Здесь есть такая, знаешь, подоплека не только экономическая, да, то есть, ну, опять же, обратная связь. Как получить обратную связь о том, что твой диджей говно? Ой, извиняюсь, что я так произнес, но это может быть так. Я не именно вот сейчас вот про это, да, я в целом. В целом, да? Да, то есть, вот смотри, если же твой диджей играет, да, ты его посадил, он тебе играет, там что-то... Поставь мой компакт-диск, да. Да-да-да. И получается то, что... Понимаешь, диджей, если не вытягивает, но он получает стабильную заработную плату, да? Так. То есть он не развивается. Не развивается. Не развивается. А вот вы о чем, Михаил, и вот да? Я то о чем есть, и говорю, то есть конечно. Вы медленно, но верно ползете от оклада, да, на сделку. Конечно. Пришел диджей, пришло полгорода, осталось 3 бабки, да? То есть диджей плохой, так? Плохой. Плохой. Ну, естественно, коронная не сразу. Фраза, диджей, поставь мой компакт. Слушай, иногда действительно хочется перейти, всунуть компакт-диск и сказать, ну, уже не компакт-диск, флешку. Ну, ты бы, в принципе, ну, судя по твоему солидному возрасту, ты бы туда бобину принес, кассетную эту. Да, я бы так, ну, не кассетную. А у вас есть штучка для перемотки? Так, ладно, в клубе «Ленинград» все понятно, погнали, что у нас еще есть? Клуб 40, а вот мы сразу же. Ну еще у нас клуб «Динамит» есть. А, кстати, хочу сразу, пользуясь минутой славы, хочу обратить внимание на то, что вот клуб 40, да, вот я бы, например, не нашел. Вот если использовать обычный поиск сообществ, да, то, ну, не факт, конечно, что я не нашел. Да. Опаньки. Нет, нашел. Третий. Ага, девочки же, за 40. Получается клуб... А, так это для ветеранов получается. 40 лет, я понял. Да. Ладно, заходим в клуб 40, я к чему? Хотя бы город прописывали бы. Ну, это ладно, это уже тонкости. Да. Так, смотри, что у нас есть? Я по-английски не умею читать. Супер Уикенд. А что значит? Все коктейли, то есть один покупаешь, то второй получаешь бесплатно. Так, входить-то платно, нет? Встреча гостей. А ты погромче сделай, побольше. Что? На контур. Увеличить, да? Увеличить, ну, конечно.
Я просто не знал, что такие есть команды, которые так, можно применить. Хорошо, вот давай, смотри. Так, резиденты клуба. Что-то тут Sexy Girl Girls Show. Опять мужикам 200 рублей. Опять мужиков бедно. Ну за что, парней-то бедных? Ну, ребята, ну за что? Слушай, я вот честно... Как нам? Честно, вот ладно, пошли мы в Ленинград, например, не понравилась нам музыка. Или наоборот, понравилась, да, нас выгнали оттуда, потому что непрезентабельная внешность, так? Потратили 200 рублей, на двоих умножать 400, потом на такси сели, доехали до клуба 40, так? Там еще по 200 рублей. И там не понравилось. И там не понравилось. Что идет? Давай в Борбар. И там тоже 200 рублей. И там 200 рублей. А потом еще куда поехать? А больше, наверное, некуда. Так это и попить-то, в принципе, мне даже денег не остается взять какой-нибудь. То есть лонг. Получается, удовольствие дорогое. Дорогое удовольствие в клубы ходить. Ладно, мы сейчас не про удовольствие, а все-таки давай, опять возвращаясь... Подожди, опять возвращаясь к тем же 200 рублям, да? Действительно, как узнать, что твой диджей реально вытаскивает вообще всю атмосферу? То есть идут же ради чего? Потанцевать, правильно? То есть да выпить, нет, отдохнуть, Михаил. Потанцевать. Нет, это да? Ведь и от жены идет, познакомиться там с кем-нибудь. Так. Вот это вы ходите потанцевать. Да. С женой постоянно ходите, да, потанцевать. А вы? Со своим самоваром, чуть не сказал. Нет. Ну это ж прикольно. Судя потом по отзывам вашим, Михаил, всегда это бывает прикольно. Я обычно, знаешь, прошу поставить диджею такую песню «Женщины, я не танцую». Да, «Женщины, я не танцую», но все равно танцует один ты, Михаил. Приходится. Так, ладно, давай, Михаил, это чтобы нам не расплываться. Что у нас еще есть? Куда сходить можно вечером? Сейчас, подожди. Я по поводу вот этой стоимости, она меня почему-то коробит. Коробит, я, да? хочу Давай вот так сделаем. Кого коробит, мы сейчас под этим видео попросим, чтобы кого коробит стоимость, вот эти 200 рублей несчастных, да, там, или сколько за вход. Пусть напишут, нас коробит. Нас коробит. Нас коробит. Все. Все, понятно. Все. Я к чему? По поводу, вот смотри, вот парни платят, девчонки не платят. Да. Мы все-таки сейчас вернемся к одной очень интересной теме, быстренько. Угу. Это по поводу подожди. Вообще, зачем это сказал? Парни платят, девчонки не платят. Так ты прикинь, получается еще парни, ну они приходят в этот в клуб, а они еще за девчонок там платят. Представляешь, мы какую-то новость опубликовали. Сам, вот, да? Сидели, вот ничего сидели, не делали, ничего не делали и само добавили. Новость, да что ж такое? Как это так закроем, чтобы не читали. Да пускай, новости, такая, не суть важно. Новости эти. Слушай, вот ты мне скажи, счастье женщины от кого зависит? И вообще, что у нее может быть, скажем так, волшебная ночь? От кого счастье, здесь? Да, да. Это, как есть, конечно, вот такая интересная фраза, ты как-то произносил? Да, да. Счастье женщины. Так. Он хочет. Угу. Вот так вот. Ницше сказал. Ницше сказал, да? Счастье женщины – это когда мужчина хочет. Хочет, да. Хочет. То есть без этого женщина неполноценный, скажем так. Ну да, общества. Так самая вот расстроенная, унылая женщина – это женщина, которая понимает, что ее не хотят. Ай-яй-яй. Даже если она красивая, даже могут... если она красивая, да. Ее просто не хотят. Не хотят просто. То есть нету никакой, даже Виагра не поможет. Да? Ну, Виагра. А прикинь, он такой говорит: слушай, я тебя не хочу, но Виагра, подожди, я тебя не хочу, но вот 200 рублей за вход заплачу. Да. Вот так. Так и ты прикинь, бедного парня, вот он, ему надо понять, хочет он эту женщину или не хочет. Ему надо прорваться в этот клуб, за нее заплатить. И вдруг она ему, ну, он понимает, что я ее не хочу. И что дальше? Опять новый клуб, новая женщина. Так, это как сегодня Андрей порочный круг. Рассказал про скрипача, да? Про скрипача. Ты помнишь этот анекдот? А, да, помню. Помнишь? Не будем рассказывать. Не будем рассказывать, хорошо. Ладно, погнали дальше. Просто вы в этом эфире, Михаил, порно не включаете, арабское, немецкое, с каждой камин. Хорошо, что ты напомнил, я сегодня посмотрю немецкое. Все, давай. Короче, это, давай дальше, куда можно еще пойти? Заведений-то масса. Да, 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 смотри, открылось тайм-кафе. Вот я, кстати, туда, скорее всего, пойду сегодня, 8 часов. Будет такая вот игра «Замечательная мафия». Я уже просто плюс один-то поставил. Господи, так ты один там будешь мафиозничать? Не-не-не, смотри, вот кто-то уже поставил лайки, господи. То есть пару репостов сделано. Ага. Нет, на самом деле там собираются люди, и, кстати, рекомендую. Интересная где игра. Где она находится? Липецкий, 25. 25, да? Вроде. А вход там что? А вход бесплатный, ты оплачиваешь... Yes, наконец-то где-то бесплатный вход, все туда. Все туда. Опять же не договорил. Так. Ну, там есть один маленький нюанс, ты платишь за проведенное время. Подожди, там это дорого. Там еще получается, ты не один раз заплатил, ты за каждый час 200 рублей должен платить. Нет, подожди. Какие они хитрые, а. Подожди, я не договорил. Так. То есть, ты представляешь, ты заходишь в заведение. Ага. Если тебе не устраивает атмосфера, побыл там, например, 5-10 минут, чувствуешь что-то не то, и уходишь, и ни за чего не платишь. Волшебное слово, если ты бездюхнул, да? Угу. И уходишь. И уходишь.
Вы уж нас простите. Просто некуда сесть. Слушай, всем атмосфера жутко не понравилась, все ушли. Погнали в бор-бар, да? Да, бор-бар. Где он есть? Блин, еще бы это. У меня просто очень много групп, такое бывает. Может, в бар очапы? Так, погнали. Что у нас сегодня в бор-баре? Так, это какая-то старая запись. 11 февраля. Так, что-то не смотрит, да? Так, что у нас дальше? Не открепляли, видно. Так, ладно, давай, что у нас сегодня? Так, друзья, представляем. Это до 6 февраля вообще, сегодня. Ого. Сегодня когда? Опять 11 февраля. Это 11 февраля. Это 22 февраля. И что это я, может быть, мы где-то совсем с этими с видеотрансляциями за это. Я не понимаю, где мы живем. А как, может быть, уже февраль реально? Слушай, так что делать, куда идти-то вообще? Просто не все знают, что мы потратили целую неделю. Ну давай зайдем на сбор-концерт, может быть, там есть что-нибудь, может. Какая-то афиша, бурбар, какая-то, ну, которая не на будущее, а вот на этот день. Все правильно, сбор-концерт же организует. Так, ну-ка, что у нас сегодня? Так, опять. Так, это 11 февраля, у нее это реклама, я так понимаю. Фотографии какие-то не загрузились. Опять 26 февраля, не то пальто. Так сегодня-то что будет? Сегодня не ясно. Ну-ка, ниже. Да я не могу бы найти, что сегодня. Что сегодня будет? Непорядок. Не, ну, конечно, можно позвонить руководителю концерта. Я его знаю, кстати. Представляешь? А кого ты не знаешь? Я даже номер телефона его знаю. Отлично. Вот даже не буду подсказывать сам себе. Ну, смотри, здесь собирается публика-то постарше, я так понимаю. А я вот и не знаю, это новогодний корпоратив. Ага, ну ладно. Может быть, слушай, какой-то перерыв, либо просто какой-то вечер. Может, сегодня вообще, ну... Просто дискотека закрыта. Я не в курсе, не в курсе, неизвестно пока. Так, ладно, куда можно еще пойти? Слушай, есть вот какой-то кафешка, Манхэттен, не Манхэттен. Манхэттен, я хотел тоже сказать про него, вот он рядышком здесь. Ой. Так. Будем искать поиск сообщества. Я правильно хоть пишу? Может, Е? Манхе? Да нет, вот так же. Да ее ничего не будем мыслить. Короче, давай так, у нас еще есть кинотеатр. Давай посмотрим. Современник. Кто у нас сегодня в кинотеатре? Современник. Сейчас мой убор даже не показывает. Подожди, ну ладно, современник. Мне, возможно, есть просто он в группах. Да ну нафиг. А, я понял, мы так и не найдем. А как? Есть найти? Кино. Кино? Слушай, бар кино. Группы кинотеатра современников вообще нет. А, ну вот лично вообще. То есть у них все отсюда как-то происходит, да. Это все дело. Вот смотри, 3X должно вот быть, вот это я точно слышал. Оно когда вот начинается? Ну вот у них как бы идет что-то. Так, с 19-го, да? А это что такое? Вот я бы лучше на кино сходил, честно тебе признаюсь. Ты признался? Да. Хорошо. Этот? Ну и на этом все, наверное, получается. Или да. Что-то есть еще? Что-то, ты что-нибудь слышал? Что еще есть? Что? Слушай, есть возможность, если кто-то, например, не хочет здесь, скажем так, отдыхать, он может поехать в Санкт-Петербург. Да, может поехать в Санкт-Петербург, может быть, еще какие-то программы есть в других заведениях. Но пока мы это... Умолчим? Нет, умолчим. Мы возьмем газету, почитаем. Возьмем там газету, же... там же есть что-то. Слушай, может там шахматные игры есть? Шашки быстрые, так-то тоже, в принципе, в твоем-то возрасте, в моем, в принципе, шашки чтобы долго спасают. Чтобы долго не думалось. Так, ну ладно, всем, наверное... Подожди, что давай? Давай так, что-то есть, наверное, из развлечений, кроме, скажем так... Выпивки. Кстати, вот, ребят, постарайтесь вот сегодня, наверное, не пить. Почему? Да зачем? Ну как-то я не знаю, вот, ну смысл-то есть вот? В пьянке нет. В пьянке смысла нет, да? Ну, вот, реально, смысл. Я просто, ну уже... Как-то можно, может быть, слушай. Так, а мы что, мы на все выходные, может быть, какие-нибудь лыжные, какие-нибудь эстафеты там, или еще что-то? Слушай, лыжные. А ты знаешь, даже здесь нет проката лыж, это во-первых. Во-вторых, ой, видишь, комментарий. Угу. То есть я вот поставил. Так, ладно, вот. Михалыч, главное нам, смотри, не растягивать наши эфиры до Хорошо. Бесконечности, да? Да. Чтобы он был ёмкой. Если я то слово упущу, о котором ты хотел напомнить. Так, ну что, всем хороших выходных. Да. Слушайте,
Слушайте, тьфу ты опять. Следите за эфирами, да. Подписывайтесь на канал, рассказывайте о нашей группе и следите за новостями. Да, и кстати, если вы хотите рассказать новость или попасть к нам на эфир, просто напишите мне, либо в группу добавьте какое-нибудь сообщение там с темой, то что хочу попасть в эфир или хочу сообщить о своем мероприятии, мы вас пригласим к себе, и вы сами самостоятельно расскажете о всех ваших событиях, мероприятиях. Все, всем всего доброго, до свидания, до новых встреч. Пока.